Так, начнем с того вопроса, который, наверное, волнует в большей степени сейчас. Это вот результаты выборов ректора Череповецкого государственного университета. Может, вы свою позицию как-то обозначите по этому поводу? Потому что тут много у нас всяких разговоров ходит и в городе, и в регионе по этому поводу. Ну, для меня это вопрос вот в нашей беседе не главный. Как раз, значит, я не считаю, что... Значит, наша с вами тема, она вокруг выборов должна вращаться. Мне кажется, было бы интереснее поговорить о целом, что происходит. Вот. А, ну, как бы в контексте вот этого разговора, здесь, а что здесь такого, да, выборы состоялись, нарушений не зафиксировано, документы, которые прислал университет в министерство, все в полном порядке. Сейчас необходимая процедура согласования происходит. И после этого, значит, будет приказом министерства назначен ректор. Все остальное это, ну, очевидно, значит, недовольство тех, кто проиграл. Но поскольку правовых оснований для оспаривания результатов нет, то идет разговор не в суде, а в СМИ. Ну, президент Трамп тоже пытался через СМИ. В суде, так сказать, ничего не смог. Вот, в этом смысле никакая норма не нарушена, внутренняя норма ЧГУ. С точки зрения министерства это вообще нонсенс, нормы университета не распространяются на министерство. Mm-hmm. Университет является учредителем вуза, министерство назначает и снимает ректора, министерство объявляет и отменяет выборы, министерство заключает с ректором договор, платит ему зарплату, платит премии. То есть фактически ректор – это работник министерства. Вот, по всем, понятно. Ну, понятно, Федор. Ага, понятно, Дмитрий Владимирович. Тогда перейдем к другой теме. Значит, ну, прошел уже, наверное, скоро будет год, да, как вы работаете в новой должности. Наверное, уже вошли в курс дела, освоились. И вот ваш взгляд, что сейчас у нас происходит, вот, ну, если так, в общих чертах, в нашем высшем образовании, в науке, тем более вот только что у нас был День науки Российской Федерации, который мы отмечали, и президент как бы тоже об этом говорил. Ну, очень долго мы говорили, что у нас наука в загоне, сейчас вроде бы, ну, как бы есть какие-то признаки того, что она у нас... Ну, может быть, не расцветает, но идет как бы в гору. Все-таки вакцину «Спутник Ви» мы все-таки сделали, да, первыми в мире. И все-таки, как вы бы охарактеризовали нынешнее положение высшей школы и вот нашей науки? Ну, давайте так, вот оценим сначала год, а потом вот то, что сейчас происходит. Год, понятно, был совершенно... неожиданно кризисным, потому что он поставил под угрозу вообще продолжение образовательного процесса. Ну, в вузах, ну не только в вузах, но в вузах, мы говорим сейчас о вузах. И когда было принято решение все-таки не останавливать образование, а перейти в дистанционный формат, ну, было масса сомнений, были возражения, но вот в целом, после того, как закончилась первая волна, и сейчас вот вторая волна подходит к концу, ну, надеемся, это решение было абсолютно правильным, и после некоторого короткого шока все-таки подавляющему большинству университетов удалось найти тот формат, который позволил, да, с некоторыми потерями, да, не сразу, но тем не менее продолжить образование и не остановить вообще систему высшего образования. Это не только российская ситуация, мы отслеживали, в общем-то, что происходит в мире, и в результате увидели, что мы не только не хуже, чем наши коллеги за рубежом, а в каких-то вещах мы даже оказались более подготовленными. Но вместе с тем проблемы выявлены, проблемы были, ну, как бы трех основных, так сказать, кластеров, да. Во-первых, это, так сказать, недостатки инфраструктуры цифрового образования. Во-вторых, это нехватка компетенций преподавателей. И в-третьих, это дефицит цифровых образовательных ресурсов. И вот эти все дефициты пришлось буквально с колес, да, летом, в начале учебного года компенсировать, ликвидировать. Не скажу, что все это закрыто, но вот кризис, как ни странно, послужил во многом к резкому прогрессу в этом формате обучения. Сейчас мы возвращаемся
к традиционному формату, мы возвращаемся не в полном объеме, а с учетом того опыта, который вузы получили. И в той или иной форме это все равно использование смешанного формата, потому что в ряде вещей дистант имеет преимущество, а в ряде он невозможен и даже недопустим. Осмысление этого процесса идет, но уже образование никогда не станет прежним. Науку тоже затронуло кризисом, потому что были ограничены и работа в лабораториях, и доступ к установкам на какое-то время. Но вместе с тем, конечно, восстановление после пандемии, оно ведет и к определенным положительным результатам. Больше стало коммуникации между учеными. В каких-то вещах они даже интенсифицировались, что-то смогли, получив свободное время, завершить. Так что нет худа без добра, что называется, и мы можем ожидать, в общем, такой неожиданный кумулятивный эффект по результатам пандемии, не только спад, но наоборот даже рост научной продуктивности очень многих исследователей ученых. Вот это как бы тактическая сторона. Что касается, так сказать, общей ситуации, то, конечно, вот последний совет при президенте по науке и образованию, он очень четко оценил эту ситуацию. С одной стороны, Россия остается в числе ведущих научно-инновационных держав мира, с другой стороны, во многом это обеспечено теми старыми заделами, в том числе, кстати, и вакцина, она основана на технологиях, которые были разработаны довольно давно, и не просто оказались незабытыми, компетенции не утраченными, что позволило нам стать лидером здесь конкретно. Но этого недостаточно для того, чтобы сделать новый рывок. А то, что страна нуждается в новом научно-технологическом рывке, по двум причинам тоже понятно. Во-первых, чтобы ответить на так называемые большие вызовы, они перечислены в стратегии научно-технического развития, которая до сих пор еще действует, да, и во-вторых, чтобы сохранить технологический суверенитет, поскольку мы понимаем, что в том числе наш бизнес заинтересован в первую очередь купить готовый продукт, решение на Западе, а не вкладываться в его разработку здесь. И это с точки зрения суверенитета, конечно, очень рискованная, угрожающая ситуация, особенно в ряде отраслей, ну и в безопасности в целом. Вот, поэтому задача, поставленная президентом, очень четкая. Надо нам сформировать. А да. Эти задачи подкреплены материально, так сказать, финансирование науки идет достаточно. Тут, понимаете, с одной стороны, у нас парадоксальная ситуация с точки зрения затрат. Что, если брать государственные затраты, то есть доля ВВП, которая идет на научные исследования и разработки, то она, с точки зрения государственной затраты, совсем неплоха. Но с точки зрения инвестиций в бизнес, у нас обратное к лидерским странам соотношение. Если в этих странах где-то 70%, 60-70% финансирует частный бизнес, то у нас как раз 60-70% финансирует государство. То есть вовлечение средств инвестиций частного бизнеса – это одна из задач, которую вот в следующем периоде необходимо решить и найти формы и способы развития как корпоративных исследований и разработок, так и инвестиций с точки зрения компаний и организаций в университетские и научные исследования. Второе, все-таки университеты должны в следующем периоде стать ядром вот этой сети или ядрами сети, узлами сети национальной инновационной системы. Третье, мы должны сконцентрироваться, поскольку, опять же, денег не хватает, сконцентрировать ресурсы на вот этих приоритетных направлениях и прорывных задачах, прорывных технологиях, которые определяют технологический суверенитет страны. Ну и приоритеты также не только в прикладных разработках, но и в фундаментальных исследованиях. В конце декабря была принята программа фундаментальных исследований, которая также позволяет концентрировать усилия на группе самых важных, самых главных направлений научных. И в этой части вот идет концентрация и лучшее понимание, где мы можем достичь быстрых побед, где у нас будут получены существенные результаты, и традиционное слабое место российской инновационной системы, результаты исследований, мы должны научиться переводить в практически коммерчески эффективные, востребованные, внедренные разработки. В общем, стратегические задачи, которые стоят перед нами, ясны. Сейчас мы должны
их выполнить, то есть разработать новую стратегию научно-технического технологического развития, превратить университеты в ближайшие годы вот, в центры мирового уровня, во всяком случае, часть из них должны стать сопоставимыми по уровню, качеству и масштабам своих исследований, разработок с лучшими мировыми университетами, и вовлечь корпоративный сектор. Следующая как бы, группа задач – это подготовка кадров. У нас сейчас недостаточно просто в абсолютном количестве кадров в секторе исследований и разработок. Это поэтому задача количественного и качественного характера – увеличить и количество аспирантов, и количество магистрантов и студентов, занимающихся исследованиями. И, естественно, это даст прирост молодых исследований вот на этих приоритетных направлениях. Насколько вот ваш родной университет, ну, уже бывший родной университет Череповецкий, вот соответствует вот сейчас на данном этапе вот той задаче, которую вы ставите перед университетами, стать такими центрами инновационными и мостиком между бизнесом и наукой? Эта задача стоит перед всей системой научного образования Череповецкого университета, не исключение. Основная проблема, как мы ее оцениваем, это то, что для подавляющего большинства университетов задача исследовательская не является главной. Они являются, к сожалению, ну так сложилось, образовательными учреждениями. И вот задача следующего этапа эволюции, трансформации высшего образования – переместить исследования в центр работы университетов и погрузить исследования в самообразовательный процесс, чтобы студенты не только после окончания, но и уже учась в университете, участвовали в исследовательских проектах, работали над реальными научными исследовательскими задачами, неважно, фундаментальными или прикладными, и формировали компетенции исследователей, часть из которых потом пойдет по этому пути. Поэтому как образовательное учреждение ЧГУ выглядит очень неплохо и в динамике, и в показателях мониторинга, и в рейтинге. Что касается научных, ему, как и подавляющему большинству, следует принимать огромные усилия, причем, опять же, концентрируясь на тех направлениях, которые дадут быструю отдачу и больший результат. В стране гигантский дефицит технологических инновационных предпринимателей. То есть еще одна задача, которую будет министерство вместе со всей системой решать, это как вырастить большое количество людей, которые найдут свою карьеру, свое призвание в технологическом инновационном предпринимательстве, в создании стартапов, из которых затем могут вырастать уже и будущие лидеры новой экономики. Сейчас у нас эти стартапы измеряются, удачные стартапы, буквально единицами. А задача массово создать фабрику стартапов на всех вузах разными способами и запустить вот этот процесс, который даст воронку, где на входе будет много студенческих, проектных и бизнес-инициатив, из которых значительная часть выйдет в реальный сектор экономики и будет менять и лицо экономики и отдельных отраслей. Это будет отдельная программа. И, кстати, здесь у ЧГУ очень хорошая перспектива. Тот проект, который последние 3 года идет, ЧГУ как фабрика проектов, он может, если добавить туда предпринимательскую составляющую, предпринимательские компетенции у студентов-выпускников, он может также в эту национального масштаба задачу войти очень успешно. Понятно. Ну что, наверное, тогда все, Дмитрий Владимирович, для первого раза достаточно. Спасибо вам большое, что вышли на связь. Я считаю издание, ну, в этом смысле, заслуживающим и такой поддержки профессиональной и интересным с точки зрения того, о чем вы пишете. Спасибо. В общем, на связи. Да. Всего доброго. С прошедшим вашим праздником, Днем науки. Да. Всего спасибо. Доброго. Он в трудах прошел.